Доброй традиции помогать одиноким пожилым людям в этом году 9 лет. В 9-й раз гимназисты собирают пакеты с продуктами и открытками для одиноко проживающих пенсионеров, которые в этот день, 1 октября, оказались в больнице. У каждого из вас есть бабушки, дедушки. У кого-то есть такое счастье, как прабабушки, прадедушки. И поэтому я думаю, что сегодня вы обязательно уделите им особое внимание. Найдете ласковые слова, найдете минуту для того, чтобы их обнять, поцеловать, для того, чтобы сказать, как вы их любите. В нашем городе есть пожилые люди, которые не могут сейчас прийти к нам сюда, не могут даже выйти на улицу, не могут даже дойти до ближайшего магазина в силу какой-то болезни, каких-то обстоятельств. И вот таким людям вы, ребята, гимназисты, мы, учителя, наш коллектив стараемся помочь. И поэтому в этот день вспоминаем о них. Мы передаем сегодня эти пакеты Центру социальной защиты «Радуга», представители которого у нас есть. Пожилой возраст, его отмечают с 60 лет, почетный, богатый опыт, богатство в детях и внуках. День пожилого человека сложно назвать праздником. Этот день как повод для особой благодарности старшему поколению. Чтобы... Они чувствовали, что мы их любим. Что они радовались, у них было все хорошо. День пожилых бабушек и дедушек. И я хочу свою бабушку поздравить, чтобы она радовалась и была всегда счастлива. А как вы будете поздравлять бабушку? Расскажи мне, пожалуйста. Директор гимназии «Росток» Ирина Пономарева поблагодарила учащихся 10 класса за помощь в сборе продуктовых наборов и получила благодарственное письмо от сотрудников Центра «Радуга» за помощь нуждающимся в сложной ситуации.